После церемонии награждения премии «Оскар», которая состоялась в минувший понедельник, миллионы людей по всему миру обсуждали, что же на самом деле творится между Леди Гагой и Брэдли Купером. Да, они сыграли любовь в фильме «Звезда поет», но это притяжение и химию, даже страсть, которые они продемонстрировали на сцене премии, сыграть невозможно. Еще в начале года Гага откровенничала: между нами с Брэдли появилась настоящая химия. Мы оба сразу ее почувствовали, а со временем она стала расти. Это она сказала после вручения очередных наград по поводу картины. А в феврале неожиданно расторгла помолвку со своим женихом. Теперь же, когда получена главная статуэтка в мире кино, певица призналась: это все обман. Звезда пришла на шоу Джимми Киммела, где откровенно рассказала обо всем. Люди увидели любовь, и это то, что мы хотели, чтобы вы увидели, говорит Гага. Наша песня повествует о любви. «Звезда родилась» — это фильм про любовь. Брэдли выступил режиссером фильма и автором всех музыкальных сцен. Я знала, что у него было свое видение того, как это должно выглядеть. Для нас обоих эта связь была очень важна. Когда вы поете песню о любви, вы хотите, чтобы люди это почувствовали. Мы, артисты, проделали прекрасную работу, обманули вас. Меж тем, в это объяснение все равно поверили не все. Возможно, они еще не готовы объявить о своих отношениях, потому что Купер не свободен. Уже 4 года актер живет с известной моделью русского происхождения Ириной Шейк. Почти 2 года назад у них родилась дочь.